Всем привет! Вы на канале Game Julia. И сегодня я покажу вам, как сделать интересную антистресс-игрушку. Это новая ловушка для пальцев. На моем канале уже есть две похожие игрушки. И сегодня мы сделаем еще одну такую оригами-ловушку, которая складывается из обычного квадратика бумаги. Для изготовления ловушки нужен квадратик 5 на 5 сантиметров. Я же буду показывать на квадрате большего размера, чтобы было лучше видно. Берем квадратный листок, складываем его по диагоналям. Сначала перегибаем по одной, а теперь по другой диагонали в другую сторону. Раскрываем и переворачиваем. Складываем наш листочек пополам. Раскрываем и надавливаем снизу по центру. У нас складывается фигурка двойной треугольник. Вот такая штучка. Складываем, перегибая вот так. Берем один листочек и подгибаем уголок вот сюда, вверх. Делаем складку. Раскрываем и теперь вот эту сторону подгибаем к полученной складке. Беремся за уголок и теперь вот этот край нужно совместить вот с этой линией. Прикладываем и хорошенько прорабатываем складочку. Вот так должно получиться. Разворачиваем листочек и теперь то же самое повторяем слева. Берем уголок и подгибаем его вот сюда. Раскроем и подгибаем к полученной складке нижний край. А теперь снова совмещаем уголок с линией края. Хорошо прижимаем бумагу, чтобы все складки были лучше видны. Переворачиваем поделку на другую сторону и повторяем все то же самое с одной и с другой стороны. Здесь абсолютно ничего сложного, все те же действия. Ну вот, остается последний уголочек. Подгибаем один раз. Еще раз. И вверх. Поворачиваем нашу заготовку и раскрываем бумагу. Все складки теперь видны на нашем квадрате. Собираем вот так, чтобы получился крестик. А теперь вот по этой складочке прогибаем бумагу вверх. Должно загнуться небольшое ушко. А теперь вот по этой складке перегибаем бумагу в другую сторону. Посмотрите, как у вас должно получиться. Это один зубчик нашего капкана, нашей ловушки для пальцев. Повторим со следующей стороной. Вот по этой линии перегибаем бумагу вверх. И вот по этой линии в другую сторону, чтобы получился второй зубец капкана.
Два зубчика готовы, и остается сделать еще два таких же. Ничего сложного, повторяем все точно так же. Все складочки уже есть на нашей модели. Перегибаем вверх и делаем зубчик. Ну вот, остается последние две складочки, последний зубец нашей ловушки. Прижимаем зубчики. Взгляните, из большого квадрата у меня получилась вот такая ловушка, а из маленького должна получиться малютка, которая будет хватать вас за пальцы. Ну что, попробуем поиграть? Нажимаем. Смотрите, все три ловушки сработали идеально. Легкое нажатие, и ваши пальчики пойманы. Очень простая, но такая веселая игрушка получилась. Понравилось это видео? Ставь лайк, подписывайся и жду тебя снова на канале Game Julia. Пока-пока!